учился. С первого раза поступил. Первую сессию, когда сдал, Лёшка с пацанами пришли. Ну, пили ром и пиво, кажется. В общем, выпили и сел за руль. Не помню, как нас на встречку вынесло. В общем, Лёша друг сразу погиб. И женщина в той машине тоже. В России по вине пьяных водителей ежегодно происходит более 13 тысяч ДТП.